На службе мусульманской уммы сегодня в Черкесске на 10-м отчетно-выборном съезде мусульман Карачаева-Черкесии единогласным решением муфтием духовного управления мусульман республики на новый срок переизбран Исмаил Хаджибердиев. Впервые мероприятие проводилось в онлайн-формате. Для этого были созданы 7 площадок по всему региону. О работе съезда Алихан Лепшоков. Этот год был сложным, но, несмотря на это, представители духовенства не приостанавливали свою деятельность. На 10-м отчетно-выборном съезде мусульман Карачаева-Черкесии рассматривали вопросы как избрания президиума, муфтия и ревизионной комиссии духовного управления. От имени главы региона поприветствовал всех заместитель председателя правительства Хызыр Чеккуев, который подчеркнул, что духовенство играет огромную роль в развитии и воспитании нравственного общества. Духовным управлением проделана огромная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности в нашей республике. Во многом, благодаря созидательной и мудрой позиции духовенства, в Карачаево-Черкесии сложилось добрые и конструктивные отношения между исламом и православием, основанные на принципах взаимного уважения. Это имеет очень большое значение для сохранения мира и стабильности в современном обществе. 7 площадок в онлайн-режиме также принимали участие в съезде. Муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев подробно рассказал о деятельности духовного управления за 5 лет. Важно отметить работу, связанную со строительством мечетей. Но вместе с тем, сегодня не все они соответствуют противопожарным и другим нормам или просто малы и не способны вмещать верующих. Муфтий также подчеркнул, что много работы проделано в плане развития образования и духовного воспитания молодежи. Хвала Аллаху, находятся меценаты и благотворители, которые помогают в строительстве домов Аллаха. При поддержке главы республики Рашида Борисовича Темрезова строится соборная мечеть в городе Черкесске. Первый этаж готов, уже там более 1000 человек помещается. Он обещал, что вот через год, к 1 марта, все закончим и откроем эту мечеть. В ходе мероприятия единогласным решением муфтием Карачаева-Черкесии на новый срок был избран Исмаил Хаджибердиев. От всего духовенства Северного Кавказа Исмаила Хаджибердиева поздравил председатель духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазрат Али Хаджид Засежев. Он пожелал ему крепкого здоровья и успехов во благо мусульманской уммы. Я очень рад, что вы сегодня все единогласно проголосовали за него. Я его лично поздравляю. Да. Перенес тяжелую болезнь, мы за него волновались, сделали дуа. Аллах Субханаху ва Тааля оставил его в живых, чтобы он продолжил, наверное, эту работу. И дай Аллах, чтобы ему Аллах Всевышний Аллах помогал и в дальнейшем, чтобы в республике Карачаево-Черкесии творил мир и согласие. Мы также и дальше будем продолжать нашу работу и нести благо нашей республике, отметил муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Вот на будущее что будем делать? То же самое. Здесь не такое место, где придумывать что-то новое. Нам всем надо исполнять все то, что ниспослано от Всевышнего Аллаха. Если мы это будем делать успешно, у нас все будет хорошо. Дай Аллах, чтобы в нашей республике был всегда мир и спокойствие. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.